Качественное мясо, натуральная оболочка, ароматные специи и талантливый повар. Рецепт фестивального сета от Амстердама. На тарелке традиционные белорусские колбаски, картофельное с жареным фаршем, мясная с гречкой и смесь свинины и говядины. В дополнение свежие овощи и соусы. Как закуска горячая, очень хорошо. И как основное блюдо. Фестиваль готовы. У нас вот национальное блюдо как раз к этому фестивалю. Приходите, будем рады видеть всех. И попробуйте наше фирменное блюдо. Белорусские колбаски понравятся не только бобруйчанам, но и гостям города. Однако сет не единственное, чем радует кафе. Амстердам давно известен тематическими блюдами. Кухня удивляет перед рождественским постом, днем влюбленных, 8 марта. Есть и детское меню с необычными названиями и подачей. С сентября месяца у нас включаются уже блюда, которые будут нести непосредственно позитивный такой акцент на осенние продукты, те же вот с той же тыквой, с такими овощами, супы-пюре. Довольно-таки уютный зал со спокойной фоновой музыкой. Я бы даже назвала наш кафе скорее домашнего направления, потому что к нам очень много приходит семьями. Особый акцент здесь делают на пиццу. Пепперони, сицилийская, тропикана, везувий. Насладиться можно как в заведении, так и на вынос. Даже сделают скидку 10%. Кафе открывает свои двери как для уютных посиделок, так и для больших торжеств, корпоративов, свадеб, дней рождений. Амстердам – отличное место для обеда. В меню 15 позиций. Супы, мясо, гарниры, напитки, десерты обновляют его каждый день. 30% скидка здесь действует с 12 до 5. Работает кафе ежедневно с 12 до 23 часов в торговом центре «Корона». Гастрофест стартует уже в эту субботу. Организатор – редакция газеты «Бобруйское житё». Пицца «Браво», «Артишок», «Турист», «История», «Базилик», «Пушкина 202», «Тикава». В течение 10 дней 11 заведений города будут удивлять гостей уникальными блюдами. 600-граммовый сет обойдется в 22 рубля. Так что самое время забронировать столик. Карина Гуревич, Максим Галенко, Бобруйск, 360.